Всем привет! Сегодня небольшой такой обзорчик с дегустацией. Да. И не первый образовательный, но так откроем, продегустируем, попробуем. Ну, если хотите более образовательно, подписывайтесь на первый образовательный. Игорь Черский и его друзья вам все расскажут. Так, на обзоре армянский Арарат 5 звезд. ЗАО Ереванский коньячный завод. Стоит 460 рублей бутылка. Сорта винограда. Кангун, Рокоцетелли, Скиат, Бананс. Так. Дата розлива. Что же у нас? Дата розлива. Да, пробка такая прикольная. Фольга с пластмассой. Жесть. Или фольга. Бутылка не очень ровная. Так, да. Аккуратно. 250 миллилитров. Получается, пол-литра стоило бы 900 рублей. Как бы с 1887 года. Но на самом деле нет. Скорее 20-30 годы. В лучшем случае. Так. Где же? Так, дата. Дата розлива. Блин, должно же. А, во-во-во. Видите? А вот. 1 ноября. Спиртам не меньше 5 лет. Ну, добавлять еще, наверное, 7-летний. Так, и Мама Джамба Ориджинал Аджинг Блэк Ром. Ром выдержанный. Да. 250 рублей. Такая интересная пробочка. Смотрим. Ром выдержанный. Состав. Исправленная вода, ромовый дистиллят, краситель, сахарный колер, один простой, первый простой, срок выдержки ромового дистиллята не менее 5 лет. И это отечественная Челябинская область, город Челябинск, улица Радонежская. Блин, у нас на Урале фигачит. Ё-моё. Дата розлива 23 июня. Срок годности не ограничен при соблюдении. Да? 250 рублей. Ром 5-летний. В магазинах красно-белое продаются ромы 2-3 года. Старше я не встречал. И стоят они, конечно, там уже несколько тысяч. А тут типа отечественная. Да, я уже дегустировал доминиканский ром белый. А тут, да. Ну, про сахар тут вроде ничего не сказано. Сколько тут сахара, сахара. Частенько же ром бывает сильно сладкий. Для коктейлей. Да, крепость, забыл сказать, 38%. Так, сначала Арарат в сторону. Да. Бокал типа как для шампанского. Но в них можно дегустировать, пить. То есть он будет сужаться и раскрываться немного по-другому аромат. Так, сейчас открываем ром. Я его закрыл. Ну, второй раз уже лучше открывается. Такая интересная пробочка. Звук пошестенный. Посмотрите, какое донышко толстое. Прям шикарно. Челябинский ром. Мы с Урала пьем рому. Рому дайте рому. И сюда чуть-чуть.
Блин, как же он хорошо так льется. Ох, а он попрозрачнее, чем коньяк. Посмотрите, такой, особенно в бокале для шампанского. Прям класс. Супер. Да. Закрываем. Опа. Зашла. Так. Да, ну, я немного болею, но тем не менее. Уже не пахнет водочным дистиллятом. Вот водкой. Типа тоже нужно подышать. А есть ли у него ноги? Вот такие типа ножки-ножки. Что-то такое есть, да. Такая большая нога. Да. Так если у шампанского есть ноги, а вы думали? Конечно. Да, ну пахнет, конечно, получше, чем коньяк, водка. 5 лет. Да, он совсем не сладкий. Он такой даже как бы брют. Да, есть такое сладость от, видимо, колера. По вкусу. Ну, нет, пить-то, конечно, можно. Это да, это нет, это вполне прилично. Как бы, ну, в 2 раза дешевле, чем доминиканский. 2-годичный. Так как бы, ну, что тут можно сказать? Неплохо. Я, может, еще не распробовал, но посмотрим, да. Вот эти вот от жесткой воды, ёшки-матрешки. Да, злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Вы тупеете, теряете клетки мозга, и мозг долго восстанавливается после этого. Ну, поначалу это не сказывается, но потом да. Ты становишься тупым, тупым, тупым. Да, блин, неудобно одной рукой снимать. Все с первого раза, без монтажа. Красота будет. Блин, только посмотрите, какая красота. Ножки Рома. Прям. Только посмотрите, как классно, да? Подсвечивают. А если вырубить? Качество упало, да? О, да. Вот они, ножички, ноженьки, видите? Ножки. Пробуем. Да, все-таки как будто не хватает сахара. Вот же зараза. Что-то вот как-то ром. Да. В серии номер 2 будет Арарат. Так, ставьте лайки, подписывайтесь. Да. Кристине привет. Подписывайтесь на Первый образовательный. Да. На мой канал Уральский перец. Обзор алкоголя. Не подписывайтесь.
Все это по-дилетантски, скромненько. Не так, как у достойных людей. Ставьте лайки, не подписывайтесь. Подписывайтесь на Первый образовательный. Всем пока!